Походу, да. Ты, а я как выгляжу? У тебя белый майк и щетина, типа. Как убрать? Мне надо тут графу, походу, убрать. Пиздец. Да подожди, сейчас все будет нормально. А, Shadows надо убрать просто. О, Shadows. Да, походу, вот Shadows я убрал и сразу на более-менее. Пойдем. Ну, тут просто еда всякая, не? Ну, пойдем отсюда, нахуй. Пойдем подальше. Как-то очень светло, по-моему. Я даже расшит как-то рай ебаный. А мы пойдем туда. За камешки. Что, на озере будем строиться? Давай только на тот берег. Игра весит, блядь, 900 мегабайт, по-моему. Мария, тут лагерь, подожди, палаточки. Слышь? Да вроде нет их знаков. Ух, ебать. А вон чурок. Лагерь. Может, мы сначала определимся, просто что мы делаем? Нахуй мне ебашь ящер, тут сундуки вообще. Да вот еда. Собирай сундуки. Ну да, они близковато, но мы их убедить уже можем все-таки вдвоем-то этих мразей. Все, решил, лагерь. Ну давай, короче, знаешь, куда пойдем? Может, пойдем тогда на гору сберемся хотя бы? Посмотрим вообще, че как. Давай. У меня какой-то бред с графикой иногда происходит. Вот там вот я... Да. Сейчас. Кто сзади? А, ты. Подожди. Вот сюда, да? Типа пляж. Ну подожди, на пляже не будем. А вон там какой-то контейнер. А вот он мрази, смотри. Вон мрази, видишь, бегут. Надо уходить, наверное, пока что.
Ну и что, на озере давай, да. Давай на озеро вернемся и там заебашим. Похуй, первый раз вообще играем. А мне надо. Что мне надо? Попить, походу. Что такое градусник какой-то? А, это, наверное, градусник. Слышь? Справа. Справа от желудка. Ой, слева от желудка. Короче, ладно, надо survival book открыть. Надо 6 стикс, 4 рокс и 4 локс. Ну да. Да. Не, я лоу, у меня сейчас... Я поставил все настройки типа лоу, и нормально так играется. Чуть не рубится дерево. Ой, ёп. Куда? А, надо проект выбрать сначала. Так. Типа это будет лежанка, что ли, такая? Ну, давай его вот туда, в натуре прям. Где-нибудь тут я поставлю. Да, в воду улетели некоторые. Да, я заметил. Эй, я поставил. Теперь нужны веточки. Ну да. А веточки у нас вот из этих штучек. А, да, костер. А мне тоже. Как там инвентарь открыть? Так, я съем, наверное, какую-нибудь шоколадку. А, поесть можно на L по умолчанию, типа. Походу. А чё? А вторую надо хуярить? Палатку. О, у меня нет места. У меня нет места, возьми туши. Одна туша укатилась, короче, в озеро. Подожди, у меня же сохранится, наверное. Даже нажал на C. А, все, это сохранение такое было, черный экран, да? А, сейчас. Blizzard skin. Ага. О, я вижу, у тебя тоже на руках это дерьмо есть у меня. Бус, наверное, есть. Да. Ага. Ага. Ну. Что-то он не комбайнится просто. Ну, вроде появилось. А, я понял. Я понял. Коктейльчику в них засадить. Я два сделаю это. Так, давай посмотрим, что там проекты у нас какие дальше есть. А, надо костер. Костер прям давай тут. Ага. Ну ладно. Что там надо? Ну, значит, палочки. Я сделал. Разжигаем его.
А у меня почему-то не зажигает. Да. А, наверное. Вот туша лежит. Ой, это эти уроды. Вон, я вижу. В лесу. Вон, видишь, куда я смотрю, ведут трое. Четверо. Между деревьев. А как его взять? Может, пойдем закидаем их сразу, чтобы они знали, что сюда нельзя. Эй, вы, уроды. Привет. Ты бросил уже? Ебать. Я не попал. А вон загорелось. Не, по-моему. Все. Да. О, горит. Что такое? Что такое? У меня тоже немного отнялось, но он нам ударил. А еще можно, кстати, расчленить и сделать устрашающий тотем. Собирай голову. А из зубов, наверное, ожерелье можно делать. Короче, те двое убежали, походу. Собирай их части тела. У меня места нет. Нет. О, скунс. Ладно. Так, слышишь, наш... А у нас же готовится там лизард. А. А, не, на эту зажигалку просто зажечь. Так, нам... Ну, потому что душ пошел, наверное. Так, подожди, надо... Ну, этих мы прогнали, уродов. Fire shelters. Так, наверное, надо здесь дом построить какой-то, да? Где мы будем ставить дом? А? Куда? На склоне? Вот сюда. Вот тут вот. Ну-ка, вот так вот. Нормально же? Надо помыть руки, а то мы заболеем. Надо помыться. Надо в воду залезть. А, у нас же тут озеро. Да, он на руки смотрит, видишь? Они у нас все в крови. И костер надо зажечь. А видишь, ты сразу чистый стал. Я помню это еще. Интересно, они много? Много добавили? Да. Да, чувак. Ну ничего. Может сохраниться? Ну, наверное, твой инвентарь сохраняется просто. Не знаю. Так, подожди, давай еще посмотрим рецептики. Small кабин, как эта кабинка есть. Что это такое вообще? Даже... О, это будет у нас типа сарай. В
Смотри, смотри, какая-то копейка. Ее быстрее можно типа, построить. Может, сначала кабинку построим? В ней можно прятаться. Угу. Домик на дереве можно сделать. А чё второй костер не работает? Как его убрать? Так, а чё ещё есть?